если масло, то только шедевр. Если стрелки ваших часов приближаются к полудню, а телевизор транслирует телеканал Хабар, это значит, что в ближайшие полчаса вас ждет самое настоящее волшебство. В этом эфире кулинарное шоу «Магия кухни». Готовьте с нами прямо сейчас. И воплощать кулинарные задумки в жизнь мы будем под руководством талантливого повара Талгата Акбергенова из Центра здорового питания Елены Мамай. Талгат, проходите. Вы наш частый и любимый гость. Здравствуйте. Приветствую. Здравствуйте, Талгат. Здравствуйте, ну что, дорогие. Будем приглашать нашего гостя? С удовольствием. Нам помощь нужна. Блюдо такое трудоемкое. Будем... Да, вообще, мне кажется, вот наш сегодняшний гость, он прям участник нашей команды. Ну, давайте приглашать. Да, любители белых рубашек. Итак, в гостях у нас талантливый шоумен, ведущий Азат Абыкен. Азат, проходите. Привет всем. Приветствую. Очень рад вас видеть. Я слышал, что от меня помощь какая-то нужна. Обязательно, там конечно. Магазин. Я, кстати, просто я видел, Талгат, в каком магазине рубашку брал, и в том же магазине. Ага. Я говорю, я с ним, можно мне со скидкой, пожалуйста, и вот зацепил вот эту рубашку. Ну, вам повезло же. Я сегодня прям в тусовке, поэтому. Так, ну что ж, раз мы все в тусовке, давайте обозначим еще одного участника нашей программы. Это генеральный партнер компании Eurasian Foods Corporation с брендами «Три желания», «Шедевр» и «Золотые горы». И вот эта продукция, которую мы видим на полках, незаменимые помощники на кухне. Сегодня в этом убедимся. Итак, что у нас? Сегодня блюдо такое будет обычно. В первую очередь мы включаем нашу мантоварку. Угу. Ну, она еще не во всем, не да. во всем комплекте. Не во всей да? красе. Не во всей красе. Угу. Вода у нас закипает. Готовим будут фаршированные кальмары, да, фаршированные кальмары. А да, ты когда-нибудь знал, что можно в мантоварке, да, готовить не кальмары, а манты? Просто человек не манты, а кальмары. В мантоварке фаршированные кальмары. Да, вот как они выглядят, только посмотри. Талгат, давайте обозначим. Ну, я просто не знаю, какие именно кальмары это сегодня у нас. В принципе, белые очищенные кальмары. Кальмары, тубусы кальмаров, именно целиком, не кольца, а вот целые кальмары. Филе судака, филе семги. Можно идет я у нас... покажу? Вот, да, 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 вот конечно. А я слышал просто то, что есть такой вид кальмаров, который на арчитезиус, что ли, что-то такое, который достигает по размерам более 20 метров, и это как бы самый большой беспозвоночный, бесхребетный, беспозвоночный. Да, надо передачу посмотреть, Жак, да. в кто, чтобы это угол рулит. Все хорошо. Чем помогать, Толга? Помогать, значит, вот здесь болгарские перцы, тебе красный. Толга, еще раз, все-таки, у нас кальмары, у нас семга, у нас... Судак, филе судак? Судака. Филе и судака. Болгарский перец. Болгарский все? Перец, зелень по вкусу. Угу. Вот, пожалуйста, все. Сейчас я вам дам тарелочки, да. Все, можете хорошо. Все это делать. Как режем? Удачи. Пожалуйста, вот давай. Сюда потом. Режем мелким кубиком. Ну, все, наверное, в своей жизни делали манты, да, нарезные да, манты. Да, по-любому, все манты делали. Да, тем более, в любом ресторане вообще, Вы нарезаете в любом вот кафе всегда, цвет, есть, да. Всегда есть манты. Всегда, когда приходишь, всегда есть манты, в любом вообще кафе. А я тем временем объясню. Нашим телезрителям и вам, друзья, что вот, чтобы вот этот аромат у нас там насыщался, да, чтобы больше не просто там на воде не варились, а мы добавим сюда сок лимона в нашу кипящую воду. Сок лимона. Прям с кожурой можно закинуть. Слегка зелень, вот в данном случае у нас это кинза. И вот это все будет давать свой аромат. Мне вот интересно, обычно же кальмары готовят очень быстро, и мы, наверное, чтобы они не были какими-то жесткими, их не варим, не а поэтому буду, на пару, да, мы вот их именно быстро приготовим очень. Я возьму зеленый перец болгарский. Я все правильно делаю, то да, все вот это внутри вот это все. Да. Можно так просто вот глядя. Вот так обрезаешь. Ага, вот. Обрезаем. Талгат, спрошу у вас. Мы знаем, что вы приверженец здоровой кухни. Вот это блюдо чем у нас полезно? Это блюдо полезно теми микроэлементами, которые содержатся в кальмаре, в рыбе у нас. То есть мы не будем его переваривать. Здесь еще очень богатый, как Казахстан вообще еда-дефицитный регион же. И поэтому здесь есть и омега-3, и йод, все это присутствует. И, соответственно, наша зелень. Самое главное, я против того, чтобы переваривать или там блюдо, которое... То есть, чтобы все равно оставался свой вкус у них. Отлично. Отлично у вас получается, Наташа. Вот именно хорошо. Так вот. А еще нужно посмотри у Натальи, вот смотри. Я только да, медленно формате, но я по-любому помогу. Азат, видимо, вот такие манты ест, у нас обычно. Азат, скажи, пожалуйста, а ты вообще сам готовить-то умеешь? Любишь ли это делать? Да, я люблю это готовить. Как, я готовлю редко, но просто учитывая, как мой отец это делал, знаменитый суп бурда есть такой. Это когда все вместе... Да что? Да, это я очень люблю. Это, как мой отец, он редко готовит, но делает это очень вкусно. Вот, а так, ну, пойдет у меня? Тебе нравится? Или ну, помельче, надо помельче, да. То хорошо. Помельче. Я могу помочь. Да, давай, на спасение. Блюдо на самом деле готовится очень быстро и легко. А это блюдо, оно относится к какой-то конкретной кухне? Это моя любимая средиземноморская кухня. Это оттуда вот пришло к нам. Мы его слегка на свой лад переделали. Можно на самом деле начинять кальмары и креветками, и любыми продуктами абсолютно. А мы будем начинять рыбой и перцем, да? Рыбой и перцем, да. Рыбой и перцем. Так.
Если что, у нас будет желтых перцев немножечко меньше. Смотрите, вот эти коренья, я не выбрасываю стебли, сюда же кидаю. Все туда в бульон, да? Да, все туда в бульон. Отлично. Азат, скажи, пожалуйста, а вот у тебя есть какая-то любимая твоя кухня? Да, может, ну вообще я в этом плане очень странный мальчик. Я не ем вообще красное мясо, в смысле конину, баранину. Красную рыбу кушаешь? Да, я люблю только... Да, очень прямо нетипично. Только курицу, да. И знаешь, как бывает неловко, когда приходишь куда-нибудь на праздник, и тебе бешпармак дают, а ты такой... И ты такой молча, типа, ты не ел. Тем более на праздниках-то вы бываете часто. Да, на праздниках мы часто бываем, да. И это посвящается всем тем, кто привык кушать холодный бешпармак. Это по-любому все знают, артисты, что такое холодный бешпармак. Потому что непривычно его горячим его кушать. Вот так вот. А по поводу кухни, я очень близок к этой вообще культуре, потому что мама большое отношение имела как Али коллега Талгата. В этом смысле мы поэтому стараемся, короче, вкусно готовить. То есть готовить и кушать дома, да? Да, ну редко я готовлю это, да. Но это я говорю, то, что мама вместе с вами где-то, то есть именно профессионально именно готовила, поэтому коллега. Я как бы в этом плане очень капризный мальчик, короче, вот так. Вот так, ну, а сколько весь перец, да, Наталья? Да? Да, вот одну штучку. Я-то думала, что чуть-чуть, достаточно. Поэтому красный чуть-чуть порезала и бросила это дело, оказывается. Да. Но опять же, не забывайте про цвет, да, желтого поменьше добавим. То есть кальмары у нас белые, рыба красная, побольше таких ярких, насыщенных цветов добавим. Вот я зеленый почти весь нарезал. Так, отлично. И вот все немножко. Это потом в нарезке уже увидите потом сами. И сейчас я приступаю именно, я вас, наверное, не буду озадачивать вот этим сложным процессом нарезкой рыбы. Вообще, знаете, интересно. Судака мы режем со шкурой, хорошо прорезаем все. Точно такими же кубиками, да? Точно такими же кубиками. А семгу? Семгу тоже точно так же. Но шкуру нужно будет снять. Шкуру мы снимем. Можно я попробую? Пожалуйста. Азат, теперь ты, пожалуйста, расскажи нам. Вот сейчас. Ау. В интернете пишут, что вот жил-был мальчик, и в один прекрасный момент стал шоуменом. Так. Просто так взял и проснулся. Да, вот как это было на самом деле, как ты пришел вообще в мир шоу-бизнеса, так сказать? Ну, если честно, как бы я считаю, что это все зарождало самой школы, самого детства, на самом деле, как бы это было внутри. А потом, как бы, поступив в университет, как бы, я считаю, что в момент, когда я догнал главного в университете Армана Николаевича по КВН, который сейчас является моим партнером, моим другом близким, с которым у нас программа вместе, я тогда сказал, а как мне в КВН попасть? Он говорит, в тот кабинет зайдешь. И когда я зашел в этот кабинет, с этого момента... Тебя ждало. В этот момент вся моя жизнь изменилась, поэтому... Талгат, ну вот это достаточно вот это вот? Или... Да, достаточно. Ага. Достаточно, да, бросай. Ура. Нарезанный бросай. У каждого масла запах особый. Пахнет элитное тестом из дубы. Сливочный берег хлебом хрустящим. Стопкой блинов ароматных, манящих. А деревенская пахнет картошкой. Легкий дымок и укропа немножко. Масло «Золотые горы». Вкус для каждого. Польза для всех. Значит, эта семга же не сырая. Семга нет, семга она подкопченная идет. А я думаю, что мне такой сесть-то хочется уже. Такой аромат прямо. Ароматный, да. Поэтому присаливать наше блюдо сильно не будем. Буквально слегка дадим перца. Вот здесь, ребята, смотрите, я отрезал у кальмаров вот эти вот часть. И тоже ее добавим в фарш. В принципе, можно взять перец вот в том краю стола и приперчить это все. А еще семга, да? Вот, да, семга, все. Вот этот взять? Талат. Да, можно этот, можно этот. Ты знаешь, как этим пользоваться? Да, но я думаю, вот это что-то. И там и такая тоже есть. Да? Там и такая. Перчи, добавляй. Все достаточно, супер. Так. Такой перец. Только черный, да? Только черный. Хорошо. Соль мы добавлять не будем. Так. Буквально, хотя щепоточка нужна для вкуса в любом случае. Угу. Буквально вот такую маленькую щепотку. Угу. Ах, как пахнет рыба, мне уже так все это нравится. Мы этот фарш наш перемешиваем. Какой яркий, красивый, аппетитный. Настроением поднимает, он такой веселый. Такой. Да, и будем сейчас фаршировать. Прям как Азат. Да, такой просто грустный, если людям просто показал им семгу просто с перцем. Они такие, все. Фаршировать нужно будет плотно наши кальмары. А мы прямо это сюда будем прям заталкивать? Да, прям заталкивать. Ну, прикольно. Как классно. Прикольно. Даже и нам понадобится масло, чтобы смазать нашу мандаварку. Растительное, да? Растительное, да. Сейчас уже, давайте. Так. Ну, пока поставлю его здесь, доверю вам, наверное, да? Это? Мне всегда было интересно, Лат, а вот когда повара готовят, а там говорят, какая-то песня там поют. Есть какая-то песня такая? Поем разные песни, поем. Я правда понял. Нет, ну вот сейчас смажу, пусть стоит, я сейчас смажу. Какая песня есть? Песню не знаю, вот что-то сейчас вот в голову не приходит. Но обычно итальянский хочется петь. Итальянский, что-то из оперы, там слов не знаешь, но ты все равно поешь, да, бывает. Петь так профессионально нет, конечно, не пою. Ну так, ля-ля-ля,
ля-ля-ля. Вот подпевать. Такое, да, бывает, mm-hmm. да. Подпевать, хорошо получается. Азат, я не случайно спросила у тебя про то, какая твоя любимая кухня, потому что так. ты же ведь часто бываешь где-то за границей. Да, мы часто бываем с гастролями, да. с какими-то вот пробуем. Мероприятиями. Ну, в этом случае, как бармен, любитель покушать что-нибудь такое, обжоркин в этом случае. Но я как бы стараюсь пробовать. Просто я в этом плане, допустим, такой весь, я еще раз повторю, капризом, поэтому я стараюсь как бы редко что-то такое делать. Я просто люблю попробовать, но не наедаться этим. Вот, и, наверное, из кухни я все-таки... сторонник такого, возможно, итальянского. В Италии мы очень часто бываем, поэтому, в смысле, я бы выбрал что-то итальянское. Вот, что касается Италии, расскажи, пожалуйста, о вот твоих наиболее ярких поездках в эту страну, ну, вот, с чем это было связано, всем буквально очень в прошлом интересно. Году, в смысле, был Fashion Week в Италии, в Милане, поэтому... Милан Fashion Week, вот да, это самое... Да, это было яркое событие, яркое было событие, да, где впервые я вообще участвовал как актер, как режиссер, как моя идея, именно блистали модели. Вот, как бы все думают, а что можно по такому придумать, когда там модели дефилируют, а можно придумать. Если есть креатив, можно придумать, когда девочки дефилируют, что-нибудь необычное, как бы вот. И поэтому я очень рад, что подруга Алина Жигулова пригласила меня туда, и мы вот вместе. Да, то есть вместе. В рамках миланской недели моды был показ казахстанского бренда TNT. Да. да. Поэтому, в смысле, я очень рад, и как бы много сейчас вы видите. Обидно только то, что как бы жители Казахстана об этом мало знают, как бы там это очень шумно было, очень интересно было. И люди заинтересовались, оттуда пошли предложения, поэтому как бы я считаю, что Италия это вообще для меня страна, которую я посмотрел сполна. А вы знаете, всем зрителям, которые все-таки интересуются модой, я хотела бы сказать, что на телеканале Казах ТВ есть программа Fashion Guide, где есть все новости моды. Вот, и я думаю, что я удивил всех, когда я поехал туда. И вообще Азата Бекена имеет отношение к модельному какому-то направлению. Это было удивлением для всех, и для меня в том числе. Ладно, Азат, вот. Тут и дефинировать, значит, умеешь, да? Да, нет! Ну давай. Не, ну давайте я тогда покушаю, сам. Если вы готовы, хорошо, я такой пацан чересчур сделал такой. Да не, я-то просто стоял в кепке и говорил, короче, давайте вот этот свет вот так вот поставим, и вот так вот мы как-то делали. А вот саму дефилировать, блин, это очень тяжело на самом деле. Я очень знаю, тяжело. Я работала моделью. Да? Я думаю, где я тебя видел такой сразу? Да, Милан, почему-то не взял. Помимо программ. Итак, мы наши кальмары, тушки кальмаров чищены. Набили, наверное, слишком много, да? Нет, очень, нужно плотно. Давай сейчас до конца все это. Зафаршировали наши фарши. Давайте я буду зубочистки втыкать. Давай, хорошо. Вот так должно получиться в итоге. Да. Вот. Не переживайте, что у нас не закрыто, они никуда не денутся. Съемка, вот чем мне нравится съемка, да, а то, что она вот все это дело хорошо-хорошо стянет. Завершая тему вообще о Милане, хотел сказать, что помимо этого всего, в смысле, я не люблю себя характеризовать как какого-то там режиссера или там модельера какого-то. Это был один раз, и то это вышло из-за того, что как бы креатив получился, и как бы я свой креатив туда внес. Вот. А в плане, допустим, вещей таких, кто в Астане, если вы знаете, популярно проходят там всякие фестивали, фестиваль фуд, вот так. Правильно? Да. Ну, прикольно, вот так. Я бы сказала, в этом году вообще много было разных кулинарных событий во всем Казахстане, в Астане, в Алматы. И вот как бы было прикольно наблюдать за тем, как приезжали как бы такие титулованные повара со всего мира. Тем более, если вы знаете, есть такой остров в Италии, Сардиния. Угу. Вот. Именно на этом острове, почему близки они к нам по кухне, потому что... Да, две хватит, да? Да, хватит. Вот. Потому что там именно там они, как мы, как казахстанцы, много едят конину. Вот, это единственный как бы остров вообще в Европе, который ест конину так же, как и мы едим. Так что, если что, вы будете убирать где-нибудь конину и обязательно едете только в Сардинию. Ну, знаете, Азат, все равно хотела сказать о том, что, мне кажется, лучше конины, да и других видов мяса, и других продуктов, чем в Казахстане, нет. Ну да, это конечно. Вот Талгат не даст соврать, Талгат, вы же всегда выбираете наши продукты. Только наши, да, только, ну вот, тем более конины, это вообще самый такой диетический продукт, самый такой нежный Талгат, и хороший. Поэтому предлагаю вам сказать, к какой акции нужно присоединяться всем нашим зрителям. Покупай казахстанское. Все, приступаем, мы приготовили наши кальмары, в принципе, уже полуфабрикат у нас готов, вода у нас кипит, аромат идет. Так. Добавляем. Ох, идет аромат. Ставим наш казган, закрываем и забываем буквально на 10-15 минут про наше блюдо. Пусть огонь, чтобы был небольшим. То есть у нас сейчас есть свободных 10-15 да, минут. Да, наведем порядок, туда-сюда. Угу. И, наверное, приступим ко второму блюду, да? С удовольствием. У нас второе блюдо есть. Да. Фаршированные кальмары. В мантоварке кипятим воду, добавляем в нее сок лимона, сам лимон и кинзу. Болгарский перец, филе судака и подкопченные семги нарезаем кубиками. Смешиваем с порубленной кинзой. У кальмаров отрезаем верхнюю часть, шинкуем и также добавляем в начинку. Перчим, немного солим.
Далее фаршируем наши кальмары. Края скрепляем зубочистками. Решетку мантоварки смазываем растительным маслом. Выкладываем кальмары, накрываем крышкой и оставляем на 10-15 минут. У готовых кальмаров удаляем зубочистки, нарезаем кольцами, подаем соусом лечо. Приятного аппетита! Это шоу «Магия кухни». И мы продолжаем. Талгат, какое блюдо? Блюдо у нас будет салат с креветками, такой а-ля-а-ля, такой наш усовершенствованный, то есть под нашу продукцию. То есть здесь обычная белокочанная капуста, ну, базилик тоже не будем говорить, откуда он, да? Помидоры наши местные, креветки тоже приехали к нам, ну, не так далеко, как бы оливковое масло первого отжима. Вот я хотела сказать, что мы готовим блюда очень простые сегодня, очень полезные и из минимального количества ингредиентов, да? Да, совершенно верно. Сейчас я вам дам. Вкусные, ну, это... А кальмары, это самое... Креветки. Креветки. Мне с чего начинать, Талгат? Тебе нужно начать, значит, ты сделаешь самое такое ответственное задание, тебе даю. То есть здесь, вот у тебя здесь венчик, то есть вот такими движениями будешь делать соус. Все окей. Вот. Наливаешь оливковое масло буквально где-то, ну, не полную эту чашку, да, половина, чтобы осталось. Прокатаешь хорошенько лимон пополам, через вот это сито выдавливаешь сок, добавляешь соль, щепотку, заливаешь соком и будешь взбивать. И у тебя на глазах будет появляться такая вот эмульсия. То есть это будет наш соус. Вот, пожалуйста, занимайся. Внимательно. Так, будешь, а я, наверное, интересно. Помидоры. Да, Наталья, я вам расскажу сейчас. Помидоры у нас будут такую эстетическую роль нести в этом блюде. То есть нужно будет вот нарезать такими вот кружочками. Тоненькими, да, как на капрезе, да. Все пополам, да? То есть не важно, да, до такого момента? Все пополам сразу? Пополам, да. Руби аккуратно. Пальцы прячь от ножа подальше. Все хорошо. Азат, все, ну как отлично. Получается у тебя? Да, у меня все круто. Если что, я теперь спец по соусам, если что, обращайтесь. Что надо, какой соус? Ну, спец по соусам, да, хорошо, волнуйся, но, Азат, скажи, пожалуйста, откуда в тебе столько жизненной энергии? Вот скажи, чем ты питаешься? Наверное, следишь за своим питанием, да? Да, я очень слежу за своим питанием. Я по-любому дисциплинирован, так как бы у меня в школе был... Не то, что проблема была, как бы... Один из периодов моей жизни, он был именно... Я был очень пухленьким мальчиком, в смысле, поэтому я как бы всегда по-прежнему дисциплинирован по отношению к своему питанию. Поэтому вот я повторюсь то, что я не ем красное мясо сейчас. И как бы сейчас все равно ем только с утра и в обед. Вот, и поэтому рекомендую. Я не верю, когда говорят, вот что-то худею, не могу похудеть. Все это неправда. Если захотел, по-любому похудеешь. Конечно, а как бы, да. Что бы ты ни делал, дело во внутреннем мире. Если захочешь, по-любому похудеешь. Вот, может быть, вы какие-то тоже конкретные прямо дадите советы тем людям, кто хочет привести себя в форму? Самый главный вот ингредиент, всегда спрашивают, что, какое блюдо там, самое такое, от чего вот стройнее отходить. Я говорю, самое главное блюдо – это разнообразие, должно быть разнообразие. То есть, и поэтому, когда человек получает все витамины, организм возьмет все, что нужно, и не будет уже откладывать это впрок. Почему происходит? Потому что если люди кушают постоянно фастфуд, да почему не выполняют? Потому что организм не получает, он лишен, и он начинает все это откладывать впрок. То есть организм в страхе. То есть наше тело – это как завод, как организм, как фабрика какая-то, да, ну, такая хорошая, в хорошем смысле этого слова. Что мы сюда будем поставлять, такое на выходе, ну, вот, на лицо будет, как бы. Да, понимаете? Согласен, на лицо, да, все на лицо. Да. Все на лицо. Вот в данном случае здесь у нас я уже нарезал. В общем, будет за разнообразие, да? Да, так. В первую очередь за разнообразие. Здесь у нас базилик. Причем базилика так немало, прям такой пучок. Да, он нам даст такой аромат. В это так, время, Азат, тем временем... Не нормально? Отлично, угу. Отлично, прям так. Интенсивно хорошенько взбивать. Наташ, а ты вот... Отлично, соль ты добавил туда? Соль? Нет, соль не добавлял. Соль, держи. А ты вот расскажи, что вот большая часть девочек, как бы, вот, в основном, как бы, стратой ей соль морская. Типа худею, там, она... Вот я вижу, что как бы, у тебя вообще с этим проблем нет, ты очень классно выглядишь, в смысле, вот. Может быть, ты мне что-нибудь посоветуешь, в смысле, всем и мне, и как мы. Потому что я, например, как бы не могу дать другого совета. Я могу дать, чтобы пили больше воды и как бы занимались спортом и как бы старались меньше жирного есть. Что же ты делаешь? Ну, что я делаю? Если говорить о том, что есть, то вечером надо есть белок. Правильно, Талгат? Да, вечером, ну, все должно быть в меру. Да. Это, вот сейчас мы скажем с экрана, да, кушайте вот это, то. То есть нет такой определенной панацеи, да. Нужно кушать сбалансированно и мало. То есть, ну, такими разумными порциями, разумными. Ну, просто если говорить о том, что если вот мне вот, ну, прям захотелось поесть, а время уже там чуть ли не полночь, то я ем творог. Ну вот, наверное, вот единственный такой совет, который я могу дать. А вообще спортом же нужно заниматься, правильно? Да, это как спортом, бы, да. Я вот очень люблю плавание, кстати. Плавание, единственный вид спорта, да, который 90% мышц задействованы вообще в плавании. Нам понадобится масло, да, масло. Мне нормально, Влад, а то у меня сейчас другое блюдо получится. Отлично, хорошо. Ты видишь, как оно похоже, как оно похоже на майонез становится, да? Очень классно стало, да. Такая эмульсия. Вот видишь, ты уже знаешь такие секреты. Сейчас мы будем жарить креветки на масле, на небольшом количестве масла. Мне нравится этот звук. Буквально чуть-чуть, слегка. Слегка.
сковорода должна быть хорошо раскалена. Она уже сейчас масло возьмет жар от металла. Mm-hmm. И будем жарить креветки. У нас уже получается очень красиво. И, честно говоря, мне прям, знаете, хочется... Да еще раз, если поэтапно, да, в принципе, можно. Да, вот да. У нас цель того, чтобы поэтапно. Я сейчас... Все, останови чуть, пока да. Нет, я бы делал так и ушел. На самом деле, если этот соус, его перед употреблением всегда нужно хорошо вмешать. Цвет супер получился. И хотела бы обратить ваше внимание. А то, что у нас есть хэштег официальный, он звучит так же, как наша программа «Магия кухни», поэтому фотографию, которую сделала я, или которую сделаете вы, или все остальные, вы можете найти под этим хэштегом, а также программы, рецепты и вообще все самое интересное. Заходите. Ставим хэштег «Магия кухни» всегда. Да. Даже если мы просто в ресторане кушаем, ставим хэштег «Магия кухни», да? И сайт вкуснота.кз.хабар.кз, там вы можете найти все наши выпуски и все наши рецепты. Заходите, готовьте с нами. Сковорода накаляется, накалилась. Для чего я вот это делаю разрез, чтобы они, когда обжарятся, они такие, как кудри будут, завьются, да. А, они сами по себе, да, так делают? Да, сами по себе так сделают. Закроются в себе, поймут, что этот мир жесток. Нет, ну на самом деле они не зря на свет появились, то есть да. Мы сейчас будем их употреблять и наслаждаться. Азат, скажи, пожалуйста, вот вы сейчас, насколько я знаю, готовите какой-то интересный проект, тоже опять-таки за рубежом, своей творческой командой. Расскажи об этом. Да, ну то есть как, не говоря о том, что это прям прямиком за рубежом, это совместно получается. Совместно. Опыт, конечно, заграничный сказывается в том плане, что когда ты смотришь что-то новое, то и как бы там и прозрение появляется, что-то другое. Поэтому следующий проект, он будет очень крутым. Как бы я не хочу как бы забегать вперед и рассказывать о нем о самом, но я думаю, что он приятно удивит, потому что аналогов его нет у нас в стране, и я думаю, что он обязательно понравится всем казахстанцам. Говорить о том, что проект мы этот придумали мы. Вот я вижу, как они заворачиваются. Да, да. Прикольно. Да. Здорово. Сами по себе, да? Для аромата можем. Тут уже есть сок лимона чуть-чуть. Угу. Так побрызгаем. Вот, и поэтому мы хотим как бы порадовать, что в новом году мы обязательно его покажем всем казахстанцам. Он будет сделан совместно не только с нашими, с казахстанцами. А да, ну что, тогда это будет кино, или это будет какой-то концерт, это будет проект, или что это? Это будет телепроект. Это будет телепроект, да? Да. Он не похож на нынешний наш проект, которым мы сейчас занимаемся. Он не похож на... Он будет такой же, как бы, динамика. Весь наш характер в программе остается нашим характером. У каждой хозяйки десятки секретов. Салатов, пюре, запеканок, омлетов с брокколи, рукколой, тмином и кинзой, камамбером, рокфором, чеддером, брынзой, с уксусом, солью, молотым перцем, с любовью, душой и от чистого сердца, с мясом, без мяса, с начинкой и без, сотни рецептов. Один майонез. Майонез «Три желания». Ребята, у меня все на подходе, серверуем блюдо. Ага. Тогда я тебя попрошу вот руками. Вот такую охапку берешь и вот так горочкой сюда. Я опять за соус добавлю. Так, здесь без соли, да, у нас? Тут без соли, без ничего. Так. Да, делай еще горочку, да. Угу. Вот такую, да, все, достаточно. Азат, ты тем временем, сейчас я тебе дам ложку. Менчик, можешь все забыть про него. Да. Окей. Так, все убираем. Лишнее убираем. Ага. Вот ложка, хорошо прям пролей вот эту капусту на помидоры, пусть попадет слегка. Лей. Соль там у нас присутствует, масло есть, кислоту. Так, а кальмары, неужели тоже уже кальмары готовы? Кальмары тоже будут готовы уже, в принципе, мы их можем сервировать уже. Можем, да, уже вытаскивать, сервировать? Да, и как конечно. Раз на одно блюдо. Какой-то экспресс такой совет, вот какие есть правила по украшению блюд? У нас тут что главное? Вдохновение, которое внутри у вас есть, это самое главное. А экспресс, да, сейчас так двояко отвечаю, да? То есть экспресс, ну это цвета, не забывайте про игру цвета. Игра цвета должна быть. Если у нас есть там белое, нужно добавить красное. Если присутствует что-то такое кремовое, добавьте что-то такое зеленое. То есть это в первую очередь. И от этого нужно уже отталкиваться. По-моему, очень красиво. Так. Кальмары наши приготовились. На ощупь очень они такие мягкие, нежные получились. Зубочистки. И главное, как обещал Талгат, ничего изнутри не вывалилось у нас. Не, ничего. Все оно все щемка, оно, говорю, оно схватывает. Самое главное в этот момент должен быть хороший острый нож. Так. Вообще, это блюдо... Мы их оно... будем резать. Да, мы их разрежем. Это блюдо, оно хорошо и как на холодную закуску, как и основное блюдо, как горячее блюдо. То идет таким образом. Слегка они должны дома, конечно, руки у нас у поваров уже привыкшие к большим температурам. Дома этого не повторяйте, пожалуйста. Слегка пускай все это остынет. Сейчас что мы делаем? Мы прорезаем, режем. Ну вот такого блюда я точно никогда не то, что не пробовала, даже не видела. Руки слегка как бы
Такое необычное хаза получилось такое. И, друзья, вы заметили, что сегодня я никаких соусов не делал. Я вот смотрю, там лечо, Наташ, можно вот лечо сюда? Давайте, конечно. Очень-очень хорошо подойдет. Вообще у нас очень много выбора, прям. Ну, в данном случае лечо, да, пускай будет вот лечо, да, ага. Именно оно. Окей. Так. И лечо как вкусно пахнет, и вообще такие ароматы здесь витают. Давайте напомним, что в фарш для кальмаров мы добавили 3 вида болгарского перца. Да. Сами кальмары чуть-чуть, подкопченная семга, филе судака и... Филе судака, соль, перец, зелень, да. Скажи честно, да, вот желтый перец, да, вот отличается, да, вот? Да, он очень вот такой, у него такая энергетика, да, хорошая. Это вообще. Желтый перец. От красного тоже, но вот желтый так вообще. Да. Вот так. То есть, почему именно лечо соус я выбрал? Потому что здесь есть вкрапление тоже и болгарского перца, и чеснока уже, как бы все это присутствует. Mm-hmm. Блюдо такое получилось итальянско-деревенское. То есть, ну, зато это всем доступно и легко, я думаю. Меня вообще друзья, можете удивляет, приступать, что, пробовать. Что блюда вроде как бы и простые в приготовлении, в то же время очень необычные. Давайте возьмем небольшую паузу и все это попробуем. Салат с креветками. Для соуса сок лимона выдавливаем в оливковое масло, тщательно взбиваем, добавляем щепотку соли. Делаем небольшие надрезы на креветках вдоль спинки и начинаем обжаривать на растительном масле. Шинкуем капусту и базилик, смешиваем, выкладываем на помидоры, нарезанные тонкими кружочками. Поливаем соусом, выкладываем креветки. Приятного аппетита! Дорогие друзья, ну вот и готовы 2 наших блюда. Сейчас мы будем их пробовать. Достаю вам вилочки. И знаете, хотела бы сделать небольшое лирическое отступление. Талгат, вот вы, наверное, тоже знаете, потому что вы с нами уже давно. Азат, ты с нами недавно, но тебя тоже в это посвящу. Дело в том, что в нашей программе «Магия кухни» исполняется 1 год. В декабре. Да, в этом декабре я вот так подумала, посчитала примерно, сколько уже было программ. Сделать это было непросто, потому что более 200 программ, и что самое интересное, более 500 блюд уже за это время мы приготовили, дорогие друзья, конечно же, для вас. И вот среди вот этих 500 блюд одно из них есть мое, где мой салат и где вот моя лимон. Да. Это на самом деле очень исторический момент, поэтому это очень круто. Давайте пробовать. Пробуйте, друзья. Я надеюсь, что вы, дорогие зрители, будете с нами и в следующий год, и дальше. Давайте пробовать. Тогда начну с... Да, как вам удобно. Так, Талгат. Которые сами закрутились сами по себе. Я тоже хочу с креветки, потому что я их очень люблю. И капусту надо туда же. Да, так аккуратненько так. Это очень грустно. Соус, как Азат, вот вообще, соус оценил, да? Я говорю, первое, что мне попало, именно соус. Да. Слушайте, а что там еще у нас было? Масло и... Масло, базилик, сок лимона, соль. Да, соль. Нет, вот в соусе, да? Да, да, и да, соль. И что... душа Азата. Классно. Ну, очень вкусно, это очень вкусно. И вот это теперь хочется, да, попробовать? Это очень-очень прикольно вот это вот. Да, попробуйте аккуратно так. Я уже вот он. Видите, друзья, как обещал Талат, все ровно, оказывается, все друг друга держит, и все это в одной конце. Так, и с соусом. Да, желательно с соусом. Так, Талгат, вы тоже должны попробовать. Вот этот кусочек. Давайте, так вот. Это, все хорошо. Ох. Ни жесткий, никакой, ни недоварившийся, все супер. Волшебно, все круто. Отлично. Друзья, ну я очень рада, что вам у нас понравилось, и поэтому, я думаю, сейчас вам станет еще приятнее. Я с удовольствием дарю вам вот такие подарки. Итак, Талгат, это вам. Волшебный. Корзина от нашего генерального спасибо, партнера. Азат, это тебе. Спасибо огромное. Евразиан Фудс Корпорейшн. Здесь продукция брендов «Три желания», «Шедевры», «Золотые горы», соусы, масла, вот сгущенка. Все, что, я думаю, вам очень нравится. Горчичка. Вообще, у них самый кайф горчичка. А вот это то, что обожаю. Мы добавляем туда, здесь есть, да, вот это? Да, тут тоже что-то есть, вот там можно, okay. Можно все это найти. Все, ну что ж, дорогие зрители, мы отправляемся за новыми кулинарными идеями. Встретимся, как всегда, на телеканале «Хабар» уже очень скоро. Меня зовут Наталья Гавриленко. До новых встреч и приятного аппетита!
один майонез. Майонез «Три желания».